Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А сегодня я хочу поделиться с вами новым боксом Surf BTC по сбору сатошиков. Так вот он выглядит. Регистрация очень простая, я не буду на ней зацикливаться. Логин, имя, по-моему, вписать надо, почта, пароль. И нажимаем зарегистрироваться. На почту мне ничего не пришло. И сразу попадаем в кабинет и заходим по логину и паролю. Вот вопрос-ответ уже сами почитаете. Я же войду в кабинет. Я уже зарегистрировалась. Так вот он выглядит. Вот я уже поклюкала. У меня 15 сатошиков. Значит, что здесь? Так, это вывод у нас. Пройдемся. Значит, вывод на Faucet Hub. Нажимаем Faucet Hub. И, а вот Surf BTC. Пришло письмо. Ну ладно. Все-таки. С запозданием. Значит, вот у меня 15 сатошиков уже наклюкано. Минимальная сумма на вывод 600 сатошиков. Не сильно большой порог, я хочу сказать. Нормально, можно и наклюкать. Здесь у нас реферальная программа, ссылочка находится партнерская. Кому интересно, свою я оставлю под видео. Далее сеттинг. Здесь прописываем кошельки PayPal, Payza, Perfect, Faucet Hub. Вот такие платежки. Ну и дальше тут сами уже посмотрите. Так, здесь у нас просматривать. Давайте просмотрим одну рекламку и покажу, как просматривать серфинг. Так, сейчас страничка загрузится у нас. Значит, опускаемся чуть ниже. Вот вкладочка «Старт серфинг». Нажимаю. И нас перебросило на страничку. Ждем, пока загрузится шкала. Здесь внизу вот синими буквами отображается наш баланс. Вот. И количество серфинга. Так, что-то мне пошло не то. Ага, все так. Смотрите, выпало вот красным. Нам нужно найти такую же циферку или буковку. Значит, нажимаем циферку 1. И нас сейчас обратно вернется все в кабинет. Мы возвратимся. Так, нам засчитали 5 сатошиков. Опять серф. И опять же мы просматриваем серфинг. Нажимаем старт серф. И опять ждем уже вот 20 сатошиков. Все это быстро загружается. И опять уже буковка. Ищем буковку. И опять сейчас вернемся в кабинет. Вот такой вот у нас серфинг. Так, ну что, вроде как все рассказала. Здесь можно еще рекламировать, как я поняла, свои проекты. Сейчас на русский перевести. Вроде так все рассказала. Угу, ну вывод. Рефералы, настройки. Серфинга список, это если рекламировать, и баннерная реклама. Ну что, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Будем работать. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.